Здравствуйте, здравствуйте, мистер Стивенсон. Рад вас видеть. Давно вы не появлялись в моей табачной лавочке. Да, давно, мистер Флоризель. Я даже соскучился по вашим великолепным табакам, но еще больше по вашим увлекательнейшим рассказам. Ну вот ваш любимый. Благодарю вас. Ну что же, набьем наши трубки. И займем наши обычные места у огонька, вы хотите сказать? Мне вспоминаются, мистер Стивенсон, дни моей молодости, когда вместе с моим другом, спасаясь от великосветской скуки и хандры, мы переодевались и, наклеив пару косматых бровей, которые изменяли нашу внешность до неузнаваемости, отправлялись на прогулку по вечернему Лондону. Этот маскарад позволял нам окунаться в жизнь, насыщенную приключениями, вовлекавшими нас самих иной раз в довольно опасное положение. Так какую же историю вы подарите мне сегодня? Какую историю? Вспомнил. Знаете, много лет назад весь мир был потрясен необычайным происшествием. Об этом говорили, все писали в газетах. Это была сенсация. Сенсация, которая взволновала все умы. Пропал алмаз. Алмаз Раджи. Так, так, так. А где же это все происходило? Представьте себе, в Лондоне. Вы можете спросить, как он мог оказаться здесь. Тут я должен познакомить вас с сэром Томасом Венделером. По какой-то причине, за какую-то услугу, Кашгарский Раджа подарил Томасу Венделеру 6-й по величине алмаз на свете. Этот дар превратил его из бедняка в богача и сделал скромного, никому неизвестного служаку одним из львов лондонского света. Сэр Томас был человек шумный, самоуверенный и весьма вспыльчивый. Я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Я не желаю вас видеть в своем доме, мистер Хартли. Это генерал-майор Томас Венделер, кавалер ордена Бани, беседует со своим секретарем, применяя объяснительные жесты, чрезвычайно редко употребляемые между джентльменами. Дверь была, к несчастью, открыта, и мистер Хартли вниз головой съехал по лестнице. И, несмотря на все это, жизнь Гарри Хартли в доме Венделеров чудесным образом продолжалось. Тут необходимо сказать, что мистер Хартли в юности обучался в одном из тех знаменитых заведений, которыми справедливо гордится Англия. Тогда же он обнаружил удивительную нелюбовь к учению. Вот почему ни для какой полезной деятельности Гарри по своей натуре и по своему образованию не годился. Он не терпел никакой затяжной работы. Но природа наделила его привлекательной наружностью, он имел вид приятный, меланхолический и нежный, а манеры самые смиренные и ласковые. Великолепно, дивно. В потемках лет пропал твой след. Да-да, леди Клара Венделер защитила Гарри от гнева мужа и оставила в доме своим личным секретарем. Она была красивой молодой особой, хорошего рода, многие достойные знатоки называли ее среди первых щеголих Англии. И вот у нее возникло желание завладеть алмазом Раджи даже ценою брака с Томасом Венделером.
Здесь я вынужден вас познакомить с братом леди Венделер, мистером Пендрегоном, который играет не последнюю роль в дальнейшем. Пендрегон, я могу быть с тобой откровенна. Сегодня или никогда. Раздумывать нечего, нужно покончить с этим сегодня. Сегодня так сегодня. Ох, Клара, это ложный шаг, гибельный шаг. Как бы нам не пожалеть потом? Да ты забываешь, что он ведь умрет в конце концов. Честное слово, Клара, хоть ты и моя сестра, но такой бессердечной, бессовестной женщины, как ты, не найти во всей Англии. Меня этот вздор просто из себя выводит. Ведь я должна позаботиться о своем будущем. Может быть, ты и права, Клара. Ты всегда была умнее меня. Но... Чарли, ты в самом деле отличный брат. И я тебя нежно люблю. Ну, хорошо. Ну, вот что. Лучше, чтобы меня здесь не видели. Да-да-да. Я свою роль выучил на зубок. В доме номер 15 буду вовремя. Из твоего котенка глаз не спущу. Пожалуйста, это жалкое существо может нам все испортить. До свидания, дорогая. До свидания. Гарри! Я слушаю вас, леди. Мне нужно вас послать кое-куда. Только возьмите кэп. Я не хочу, чтобы мой секретарь покрылся веснушками. Я всегда рад услужить вам. Это будет наша тайна, очень важная тайна. И никто не должен знать о ней, только я, да мой секретарь. Благодарю вас, леди. Вы такой хороший, Гарри, такой добрый. Вы можете быть другом женщине. И знаете, от сравнения с вами другие кажутся еще хуже. Нет, нет, это вы так добры. О. Вы относитесь ко мне как... Как мать. Я стараюсь быть вам матерью, по крайней мере, почти. Впрочем, все это не относится к делу. В дубовом шкафу с левой стороны стоит шляпная картонка. Она прикрыта розовым шелковым чехлом. Вот вам конверт. Гарри, вы немедленно отвезете картонку по этому адресу. Удалите. Гарри! Ни в коем случае не выпускайте ее из рук, пока не получите расписку, написанную моей собственной рукой. Понимаете? Да. Повторите. Это крайне важно. Да. Ну, я вас прошу быть внимательнее. Не беспокойтесь, леди. Я ни на минуту не выпущу ее из своих рук. Не угодно ли вам, сударыня, взглянуть на этот документ? Я прекрасно понимаю, вы вышли за меня по расчету. Но, по-моему, ни один человек у нас в армии не дает своей жене столько на расходы, сколько я даю вам. И как бог свят, я положу конец этой бессовестной расточительности. Мистер Хартли, да? Вам ясно, что надо сделать? Не задерживайтесь, прошу вас. Постойте-ка, не уходите еще, постойте. Что это такое вы поручаете этому бездельнику? Я ему доверяю не больше, чем вам, так и знаете. Почему вы так торопитесь отослать его? Я думала, вы хотите побеседовать со мной наедине. Вы говорили о каком-то поручении. Не старайтесь меня обмануть. Я и так вне себя. Раз вы непременно хотите делать слуг свидетелями наших унизительных разногласий, может быть, мы попросим мистера Хартли присесть? Нет? Тогда вы можете идти, мистер Хартли. Полагаю, что вы запомнили все, что слышали в этой комнате. Это может вам пригодиться? Сейчас, сударыня, я очень занят и не намерен более беседовать с вами. Извините. Нельзя медлить ни минуты. Я не должен упускать этого бездельника. Все это очень-очень подозрительно. Солнце ярко сияло. Дорога предстояла не близкая, и Гарри с огорчением вспомнил, что из-за неожиданного вторжения генерала леди Венделер не успела дать ему денег на кэп. В такой знойный день недолго было испортить себе цвет лица, да и шествовать чуть ли не через весь Лондон со шляпной картонкой в руках
казалось чересчур унизительным для молодого человека его взглядов. Хорошо еще, что можно пройти парком, держась подальше от многолюдных аллей. Это просто счастье, что еще сравнительно рано. Так, куда это вы идете, сэр? Сэр, я туда. Куда? Хочу немного прогуляться по парку. Вот с этой штукой. Это ложь, сэр, отъявленная ложь. Право же, сэр Томас, я не привык, чтобы меня допрашивали в таком тоне. Вы забываетесь. Вы состоите у меня на службе. К тому же внушаете мне самые серьезные подозрения. Но, сэр... Молчите! Почем знать? Может быть, в этой картонке лежат серебряные ложки? Сэр, в ней лежит цилиндр моего приятеля. Ах, цилиндр. Так, отлично, отлично. Тогда я хочу посмотреть на цилиндр вашего приятеля. Я чрезвычайно интересуюсь цилиндрами. Но, сэр, молчать! И вы, вероятно, знаете, что я не охотник до шуток. Я прошу прощения, сэр Томас. Мне очень жаль. Но это право дело мое собственное. В конце концов, мне это надоело. Постойте-ка! Что такое? Постойте-ка! Генерал! Генерал, вы ведете себя невежливо и недостойно мужчины. А, мистер Пендрегон. И вы полагаете, мистер Пендрегон, что если я имел несчастье жениться на вашей сестре, то позволю вам ходить за мной по пятам и вмешиваться в мои дела. Знакомство с леди Венделер отбило у меня охоту водиться с остальными членами семьи. Но вы воображаете, генерал Венделер? Ну что? Что раз моя сестра имела несчастье стать вашей женой, значит, она распростилась со всеми привилегиями дамы из общества. Мой долг защитить ее от низкого надругательства. Я не позволю вам ограничивать ее свободой и силой задерживать ее личного посланца. Что же это, мистер Хартли? Мистер Пендрегон признался, что леди Венделер имеет отношение к цилиндру вашего приятеля. Ничего подобного. Ничего подобного. Но когда я вижу, что при мне злоупотребляют силой и издеваются над подчиненными, я беру на себя смелость вмешиваться. Как мне истолковывать ваши слова, сэр? Как вам будет угодно, сэр? Как мне будет угодно? Да, вот. Да, да, как? Да. Что вы делаете? Сэр Томас, ну я... Вы не уйдете от меня, дорогой Шурин. Я найду вас. Беги, Гарри! Беги же, болван! Так, адрес у меня есть. Нужно передать пакет джентльмену, но только после того, как он предъявит собственноручную расписку леди Вендер. Все это ужасно таинственно. Кажется, я впутался в опасное дело. Нужно немедленно отделаться от шляпной картонки. Вот! Вот дом номер 15. Добрый день, сударь. Пакет. Пакет от леди Венделер. Знаю, но хозяина нет дома. Быть может, вы оставите пакет мне? О, нет, нет, я не могу. Вы знаете, мне приказано вручить его только... На определенных условиях. Я боюсь, что мне придется просить у вас разрешения подождать. Заходите в дом, сударь. Хозяин, верно, придет скоро. Нет, нет. Разрешите мне подождать его здесь, на улице. Как хотите. Но смотрите, не спрашивайте имени хозяина. Мне этого говорить не велено. О, неужели? Это странно. Хотя, по правде сказать, я с недавних пор... На каждом шагу встречаюсь с неожиданностями. Надеюсь, вы не сочтете нескромным, если я все-таки задам вам один вопрос. Скажите, этот дом принадлежит вашему хозяину? Он его снимает, и то лишь неделю. Ага. А теперь ответьте на мой вопрос. Вы знакомы с леди Венделер? Да. Я ее личный секретарь. Слово даю, вы стоите дюжины таких дам. Я?
Ну что вы? Я ведь всего-навсего секретарь. Ну и что ж, а вашу леди Венделер я и в грош не ставлю. Пока шел этот разговор, служанка оставалась в дверях, а Гарри по-прежнему стоял на тротуаре, без шляпы, прохлады ради, с картонкой в руке. Взглянув нечаянно в дальний конец переулка, он к своему неописуемому ужасу встретился взглядом с генералом Венделером, который рыскал по улицам, преследуя своего шурина. Но когда ему попался на глаза провинившийся секретарь, его гнев устремился по новому руслу. Вот вы где! Пустите! Пустите меня скорее в дом! Что с вами такое? Вы испугались этого старика? Вы знаете, если он меня сцапает, я пропал. Он гоняется за мной весь день. Ну и дела. А как же его зовут? Скажите на милость. Это генерал Венделер, это же мой хозяин. Он хочет отнять у меня картонку, понимаете? Что я вам говорила? Говорила я вам, что она гроша ломаного не стоит, это ваша леди Венделер. Откройте дверь. Ну что же делать, генерал, наверное, сейчас дверь выломает, тогда мне не быть живу. Откройте, я говорю. Откройте дверь. Зачем зря расстраиваться? А генерал пусть стучит, он только волдырей себе насадит. Неужели бы я держала вас здесь, если бы наперед не знала, как вас выручить? Идите-ка за мной. Вот здесь есть черный ход на другую улицу. Сюда? Да. Бегите со всех ног! Черт несет! Да стойте! Эта неожиданная встреча так поразила Гарри, нервы которого и без того были напряжены до крайности, что он не мог придумать ничего лучшего, как прибавить ходу и мчаться дальше. Если бы Гарри мог догадаться, что раз генерал враг ему, то Чарли Пендрагон должен быть другом. Но эта мысль не пришла ему в голову, и он только быстрее побежал по переулку. Черт возьми, он все погубит. Тот болван. Нет, его нужно остановить во что бы то ни стало. Любым способом остановить. Держи вора! Бедного затравленного секретаря упало сердце. Правда, страх прибавлял ему прыти, и он с каждым шагом все дальше уходил от преследователей. Но он чувствовал, что силы его иссякают. Надо где-нибудь укрыться. Сию же секунду, не то мне конец! Судьба, очевидно, утомясь преследовать Гарри, предлагала ему путь к спасению. Переулок вдруг круто завернул, и поворот скрыл Гарри от врагов. Он вдруг остановился, перекинул картонку через какую-то ограду, проворно подпрыгнул, ухватился за верх стены обеими руками и вслед за картонкой свалился в сад. Где? Где я очутился? Эй! Ты кто такой? Ты не разрешил лазить через стены и ломать мои розы. Ты знаешь, какой это сорт? Это слава Дижона. Кто тебе здесь нужен? Ну? Держи вора! Ах, вот оно что. Вор. Хе-хе, честное слово. Ремесло-то, видать, прибыльное. Ты вон разоделся джентльменом. С головы до пяток. Ну что, не стыдно тебе, вырядившись так, разгуливать по свету, когда честные люди верно рады были бы и твоим обноскам. Ну, говори что-нибудь, дрянь ты эдакая. Что, простого языка не понимаешь?
Нужно же мне потолковать с тобой, прежде чем я сведу тебя в участок. Теперь я вижу, что и самый добропорядочный человек может попасть в сомнительное положение. Что ты видишь? Сэр. Ну? Право, все это страшное недоразумение. Прошу вас, пойдемте со мной к сэру Томасу Венделеру на Итон Плейс. И клянусь, вам все разъяснится. Слушай, а может быть тебе захочется идти прямо к министру внутренних дел? Нет, красавчик, нет. Мы с тобой пойдем вместе не дальше полицейского участка. Как ты не оденься, я тебя вижу насквозь. А! Что? Да. Что же это такое у меня под ногами? Черт побери, броши, кольца, диадема! Целая куча бриллиантов. Так вот что было в твоей картонке. Боже милостивый! Я не знал, сэр. Поверьте, я совершенно ничего не знал. Вот теперь я погиб. Погиб! Не болтай вздор, дурак ты, так и держись. Ну, самое трудное позади. Почему ж ты сразу не сказал, что здесь хватит на двоих? Да куда там на двоих? Даже на 200 человек. Пошли, впрочем, отсюда. Здесь нас могут заметить. И ради бога, поправь ты свою шляпу. Почисти платье, дурак. В этом глупом виде тебе далеко не уйти. Пока Гарри, почти не сознавая, что делает, выполнял этот совет, садовник, опустившись на колени, стал торопливо собирать рассыпанные бриллианты и складывать их обратно в картонку. От прикосновения к драгоценным камням дрожь волнения пробегала по его дюжему телу, лицо исказилось, глаза горели алчностью, он словно упивался своим занятием, растягивал его, любовно ощупывая каждый камень. Ну вот, как будто ничего не забыл. Все поднял. Ну, а теперь в дом. Доброе утро, мистер Реберн. В нашей истории появляется весьма важное действующее лицо. Это молодой священник мистер Роллс, который за небольшую плату снимал скромную комнату у мистера Реберна. У молодого священника была привычка каждое утро гулять среди роз, предаваясь раздумьям. Здравствуйте! Здравствуйте, мистер Роллс. Чудесный денек, правда? Лучше не бывает. А это вот мой молодой приятель. Вот. Очень приятно. Вздумалось посмотреть на мои розы ему. Я позволил себе провести его в сад, решив, что никто из жильцов, знаете, возражать не станет. И вот так. Я-то во всяком случае не буду. Однако я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь. Вам, кажется, привелось упасть. Разрешите вам выразить мое сочувствие. По какой-то девичьей застенчивости или просто желая оттянуть неизбежные объяснения, Гарри не принял случайно подвернувшейся помощи и решил отпираться. Он предпочел довериться садовнику, который был ему неизвестен, чем подвергать себя расспросам, а то и подозрениям знакомого человека. Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя... Томлинсон, я друг мистера Реберна. Правда? Сходство поразительное. Желаю вам приятной прогулки, мистер Роллс. Ну, а теперь разделим драгоценности на две почти равные части. Так, это значит сюда, это на диадему, значит сюда, вот это... Да, ну это тебе, камера, вот это сюда. Надо вам знать, мистер Хартли, если так вас зовут, действительно, я человек весьма покладистый. Да, вот еще камешек сюда, да. Я человек весьма покладистый, мое добродушие всю жизнь мне мешало.
Так, и вот это сюда. Я бы мог прикарманить вот все эти красивые камушки, если бы захотел. И вы бы даже пикнуть не посмели бы. Только вы мне чем-то понравились, черт знает. Как-то не хочется обирать вас дочисто. Так что я, знаете ли, по доброте душевной предлагаю поделиться. Осмелись спросить, мистер Хартли, возражений не будет? Нет, сэр, то, что вы мне предлагаете, просто невозможно. Почему же? Драгоценности эти не мои. Я не могу отдавать чужое. Ни с кем никакого дележа устраивать не буду. Ах, не ваши. И вы их никому отдавать не можете, так, да? Ну что ж, очень жаль. Тогда мне придется ввести вас в участок. Подумайте о суде, о колониях, о каторге. Ну я же ничего не могу поделать, как сэр. Это? Я тут ни при чем. Но вы же не хотите идти со мной на Итон Плейс? Нет, не хочу. Это уж точно. Я намерен поделить с вами эти игрушки. Что вы делаете? Рука моя! Я согласен. А, вот это-то лучше. Милашка, это лучше. Я так и думал, что в конце концов ты поймешь, в чем твоя выгода. Картонку я сожгу вместе с мусором, чтобы не попалось на глаза кому не надо. Ну, забирай свои побрякушки. Ну, бери! Бери. Ну, клади в карманы вот эти побрякушки, прячь их. Ну, вот так. А теперь пошел вон отсюда. Гарри не помнил, как он очутился на улице. Гнев и боль окончательно овладели им. Он добрался до ближайшей стоянки кэбов и направился на Итон Плейс. Гарри застал весь дом в смятении, словно в семье произошло несчастье. Когда он открыл дверь, его взором предстало удивительное зрелище. Генерал, его жена и, подумать только, Чарли Пендрегон сидели тесным кружком, деловито обсуждая что-то важное. Вероятно, генералу откровенно рассказали о задуманном покушении на его кошелек и о провале всей затеи. Вот! Слава богу, наконец-то! Гарри, картонка! Где же картонка, Гарри? Ну, говорите, говорите же, где картонка? Вот. Все, что осталось. Я беру небо в свидетели. Это вышло не по моей вине. Если вы наберетесь терпения, то кое-что, возможно, удастся вернуть. Все наши бриллианты пропали. Сударыня! Пусть вы побросали свои собственные побрякушки в сточную канаву. Пусть вы наделали долгов. Ох. Одну минуточку, выслушайте меня до конца. Пусть вы украли алмазную диадему и кольца моей матери. Сударь. Вы слушайте меня до конца. Я, наверное, по слабости характера простил бы вас в конце концов. Но, сударыня, вы присвоили себе алмаз Раджи. Око света, как его поэтически окрестили на Востоке. Славу Кашгара! И теперь все покончено между нами! Сударь, я все покончено! Тут, я думаю, нам лучше удалиться из дома Венделеров, чтобы не слышать всех любезностей, которыми супруги награждали друг друга. Но если вам любопытно узнать о судьбе драгоценностей, отнятых садовником у неудачливого Гарри Хартли, нам придется возвратиться в великолепный сад мистера Реберна. В тот самый момент, когда садовник со шляпной картонкой под полою вместе с мистером Хартли направился в свою комнату, как вы помните, появился молодой человек духовного звания, а именно Саймон Роллс, который поддался неизменному любопытству и попытался, заглянув в окно, узнать, что делается в комнате его хозяина. Но тут внезапно штора опустилась, оставив преподобного Саймона Роллза в полном недоумении. Признаюсь откровенно, мне думается, что здесь что-то не так. Зачем им таиться? Опасаться взглядов людских? И Хартли почему-то скрывает свое имя. Право же, право.
Эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело. И сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Роузе и принялся за работу. Проворными, нетерпеливыми шагами молодой священник обошел сад. Сломан розовый куст. Следы ног на земле. И на заборе клочки одежды. Так. Вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Реберна. Честное слово, дело становится весьма любопытным. И тут Роллс заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный софьяновый футляр с золоченым узором и с застежкой. Его затоптали ногами, поэтому мистер Реберн в торопях проглядел его. Мистер Роллс открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу. Перед ним лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Под лучами солнца он испускал свет, подобный электрическому, и, казалось, горел на ладони тысячами притаившихся в нем огней. Он повернул камень, опять брызнули ослепительные лучи и словно пронзили его сердце. Иисус Мария! Преподобный Саймон Ролл сразу забыл всех святых и отцов церкви. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника бросился к себе. Полиция! Здесь живет мистер Реверн? Здесь, здесь! Это я знаю точно. Вот он, вот он! Это он отобрал у меня драгоценности сэра Венделера! Сейчас, минутку. Вот, пожалуйста, вот. Да-да-да, все тут, пожалуйста, я все возвращаю. Мистер Роллс, не согласитесь ли вы быть свидетелем? О, да, да, конечно. Преподобный мистер Роллс согласился. Он выказывал всяческую услужливость, охотно сообщил все ему известное и выразил только сожаление, что больше не может ничем помочь полицейским в порученном им деле. Да, да, больше ничем. Но я полагаю, ваши хлопоты, вероятно, подходят к концу. К сожалению... пока не обнаружены самые дорогие драгоценности. Что вы говорите? Да, но самое главное, алмаз Раджи исчез. Он стоит, должно быть, целое состояние. Даже 10 состояний, а то и 20. Чем больше он стоит, тем труднее его, наверное, сбыть. У такой вещи приметная внешность, ее не замаскируешь. Его, пожалуй, продать не легче, чем собор святого Павла. Разумеется, разумеется. Но если вор окажется человеком сообразительным и распилит алмаз на 3-4 части, ему все равно будет с чего разбогатеть. Благодарю вас. Пожалуйста. Вы представить себе не можете... как мне было любопытно побеседовать с вами. Thank you.
Я весьма польщен, мистер Стивенсон, вашим вниманием к моим скромным сюжетам. Ну, не скромничайте, Флоризель. Вы знаете, что меня давно привлекает ваш талант рассказчика. Благодарю вас. Сюжеты, с которыми вы меня знакомите, не могут меня не занимать. Ведь в них нередко раскрывается самая суть человеческих слабостей. О, мистер Стивенсон, я счел бы честью, если бы среди ваших сочинений встретил хотя бы один из моих рассказов. Как знать, как знать. Но, простите, меня снедает любопытство. Надолго ли удержится алмаз Раджи в руках преподобного Саймона Роллза? Прежде всего, мне хочется сказать несколько слов о нем самом. Видите, мистер Стивенсон, преподобный Саймон Роллз слыл особым знатоком богословия. И в клирикальных, и в научных кругах говорили, что молодой мистер Роллз готовит основательный труд о незыблемости авторитета отцов церкви. Он не достиг никаких чинов и дожидался места приходского священника. Пока за небольшую плату он снимал скромную комнату у мистера Реберна. Что же делать? Пресвятая Дева Мария. Сдержать себя, сдержать, успокоиться. Что делать с этим сокровищем? Что придумать? Обратиться, как всегда, за советом к богословским трудам. Да. Нет. На этих полках так много книг. Нет. 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 Эти старые джентльмены, несомненно, писатели очень ценные, но, по-моему, явно ничего не смыслят в жизни. Я, например, при своей учености мог бы стать епископом, а положительно не представляю себе, как сбыть краденный алмаз. Святая Дева Мария. А, все это внушает человеку весьма низкое представление о пользе университетского образования. А что, если отправиться в клуб? Да. В этом мирском заведении можно встретить какого-нибудь человека, образованного и умудренного жизненным опытом. Как раз в этом клубе я впервые встретился с мистером Роллзом во время игры в бильярд. Сэр, простите мою бесцеремонность. Да? Но судя по вашей наружности, вы, кажется, человек опытный в делах житейских. Что ж, у меня и правда есть основания считаться таковым. Сэр, прошу вас, ваш удар. Благодарю вас, сэр. Я, сэр, затворник. Вот как. Да, да. Склонный к ученым занятиям, привыкший иметь дело с чернильницами, с фолиантами отцов церкви. Но недавно одно происшествие раскрыло мне глаза на мою неосведомленность во всем ином. И мне захотелось больше узнать о жизни. Похвальное желание, сэр. Да. Кстати, снова ваш удар. Благодарю вас, сэр. Я желал бы больше узнать... Как это, господи?
Ну, о преступлениях, что ли. О преступлениях? Да. О потайных силах нашего общества. Да. Желал бы научиться умно поступать в исключительных обстоятельствах. Угу. Читать я люблю. Очень люблю читать, сэр. Нельзя ли всему этому научиться по книгам? По книгам? Да. Вы ставите меня в трудное положение. Признаюсь, я не великого мнения о пользе книг. Они годны лишь на то, чтобы с ними скоротать время в вагоне. Хотя, пожалуй, имеется несколько весьма порядочных работ по астрономии, по сельскому хозяйству, да несколько руководств, как пользоваться глобусом и изготовлять бумажные цветы. Ну, о других скрытых областях жизни, боюсь, не написано ничего достоверного. Впрочем, постойте-ка. Постойте, прочитайте книги о сыщике Лекоке. Они, по крайней мере, заставляют думать. Как вы сказали? Лекок, сэр. Сыщик Лекок. Лекок. О, сэр, я бесконечно вам признателен за любезность. Вы меня с лихвой вознаградили, сэр. Чем же? Необычайностью своей просьбы, сэр. Позднее я узнал, что Роллс прочел все романы о Лекоке. Характер и ловкость сыщика Лекока вызывали невольное восхищение мистера Роллса. И хотя он открыл в них много нового для себя, но так и не узнал, что делать с украденным алмазом. К его досаде оказалось, что нужные сведения были разбросаны по разным романтическим историям. Они собраны строго все вместе, как делается в справочниках. Вот! Воистину великий человек, Лекок. Он знал жизнь, как я знаю богословие. Не было случая, чтобы даже в самых трудных обстоятельствах он собственной рукой не довел дело до конца. Боже мой, боже мой. Разве это мне не урок? Не научиться ли мне самому резать алмазы. Золотые сны витали над ним всю ночь, и наутро он поднялся с позаранку бодрый и в отличном расположении духа. Как раз в этот день полиция предложила жильцам мистера Реберна покинуть дом, и это давало мистеру Роллсу повод для отъезда. Он весело уложил свои вещи, перевез их на вокзал, поставил в камере хранения и ринулся в клуб, намереваясь там провести весь день и пообедать. Добрый день! Здравствуйте, здравствуйте, мистер Роллс. Если вы сегодня обедаете здесь, то я познакомлю вас со старым Джоном Венделером. Вы его не знаете? Это очень любопытный человек. Очень. Он известный искатель приключений и лучший знаток драгоценных камней. И вы его не знаете? Нет. Боже. Никогда. Не слышал. Чего же стоит в таком случае людская слава, пусть даже позорная? Ведь Джон Венделер смело может претендовать на известность, хотя бы и недобрую. Да, на прошлой неделе было несколько сенсационных событий. Вы имеете в виду ограбление банка? Нет. По понятной причине меня больше поразило исчезновение коллекции драгоценных камней моего брата, Томаса Венделера. Среди которых шестой по величине на свете – алмаз Раджи. Этому камню, сэр Джон, лучше быть на дне морском. Вы сами понимаете, что мне, как одному из венделеров, трудно с этим согласиться. А я говорю с точки зрения общественного благоразумия. Таким ценным вещам место в коллекции короля или в сокровищнице великого народа. Пустить их по рукам простых смертных значит вводить добродетель в искушение. Не так ли, ваше преподобие, мистер Роллс? Вы совершенно правы, сэр. Если Кашгарская раджа
властитель, как я понимаю, весьма просвещенный, пожелал бы отомстить европейцам, он не мог бы скорее достичь своей цели, как послав им это яблоко раздора. Ничья честность не устоит перед таким соблазном. Греховным соблазном. Вот вы, сэр Джон, охотник за алмазами. Нашлось ли бы такое преступление, какого вы не совершили бы, чтобы вернуть алмаз Раджи? Ну, не надо так шутить, сэр, не надо. Причем ведь вы это сделали бы не для того, чтобы стать богаче. Нет, нет. А просто, чтобы владеть им и по временам открывать сейф и любоваться этим обольстительным камнем, как любуются картиной. Да, это верно. Зачем я только не охотился? Я нырял в море за кораллами, гонялся за китами и за тиграми. Но алмаз... самая завидная добыча на свете. Я и сейчас, как вы, может, догадываетесь, иду по горячему следу. У меня верное чутье. Я знаю все ценные камни в коллекции моего брата, как пастух знает своих овец. И пусть я погибну, если не разыщу их всех до единого. Сэр Томас Венделер очень обрадуется вашей удаче, да? Я не так уж в этом уверен. Порадуется один из Венделеров, а Томас или Джон... Петр или Павел, не все ли равно. Все мы апостолы одной веры. Не понимаю, что вы хотите сказать. Кэп мистера Вандлера у подъезда. Мистер Роллс взглянул на часы и увидел, что ему тоже пора ехать на вокзал. Такое совпадение неприятно поразило его. Ему не хотелось больше встречаться с охотником за алмазами. Вас здесь никто не потревожит. Спасибо. Благодарю вас. В нашем отделении больше никого нет, а в другом конце вагона едет только один пожилой джентльмен. Прошу вас, сэр. Спальные вагоны Северной магистрали делились тогда на три отделения. По одному с каждого конца для пассажиров и одно посередине, где помещался туалет. Но так как двери были без засовов и замков, то весь вагон оказывался в общем пользовании. Уже проверяли билеты, когда мистер Роллс увидел этого второго пассажира, направлявшегося к своему месту в сопровождении нескольких носильщиков. И поистине мистер Роллс предпочел бы ему кого угодно, ибо то был старый Джон Венделер, охотник за алмазами. Как поезд отошел от станции, мистер Роллс испытывал какое-то непонятное беспокойство. Он с тревогой припоминал бахвальство своего попутчика, его цинические признания за обеденным столом. Он где-то слышал, он даже читал, будто действительно бывают люди, одаренные удивительным чутьем на драгоценные металлы. Говорят, они способны угадывать присутствие золота через стены, и притом на значительном расстоянии. А вдруг это относится и к драгоценным камням? Если так, кому же и обладать такой таинственной силой, как не человеку, который с гордостью носит прозвище охотника за алмазами? От подобной личности можно ожидать чего угодно. Ой, хоть бы скорее наступило утро. Не желая пренебрегать никакими мерами предосторожности, он запрятал свой алмаз в самый глубокий внутренний карман и благочестиво вручил себя заботам провидения.
Сон все-таки победил душевную тревогу мистера Роуза и почти мгновенно овладел молодым священником. Последняя его мысль была о страшном соседе. Разрезать алмаз. Этому камню лучше быть не морском. Нет, 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 никогда! Я его добуду с дна морского. С дна морского. С дна морского. Один из Венделеров. Радуется один из Венделеров. Порадуется. Мой. Не отдам. Мой алмаз. Мистер Роллс в ужасе приподнялся и сел. Прошло несколько секунд, пока к нему вернулось самообладание. Потом он опять вытянулся на постели, но заснуть уже не мог. Охваченный страшным возбуждением, он лежал, уставившись на дверь. И вдруг дверь чуть качнулась, затем еще и еще немного. И в открывшейся освещенной щели мистер Роллс увидел голову мистера Венделера. В лице его выражалось напряженнейшее внимание. Мистер Роллс почувствовал, что Венделер разглядывает его. Инстинкт самосохранения побудил Роллса задержать дыхание, лежать недвижно и, прикрыв глаза, следить за своим гостем из-под ресниц. Прошло около минуты, голова исчезла, дверь стала на место. Он приходил, очевидно, не с враждебными целями, а только для разведки. А, он сам опасается чего-то. Наверное, он приходил, чтобы увериться, спит ли его единственный попутчик. И вдруг священник вскочил на ноги. Его безумный страх сменился приступом безрассудной смелости. Он решил пойти с ответным визитом. Взявшись за край последней двери, он осторожно отодвинул ее, и застыл, не в силах сдержать возгласа изумления. Что такое? Что вам здесь нужно? Что вам здесь нужно? Ну, простите. Что, в чем дело? Ну, говорите. Прошу прощения, сэр. Ну, в чем дело? Я очень интересуюсь алмазами. Ну. Двум таким любителям следует получше познакомиться. Я никогда не догадывался, что драгоценные камни можно хранить в подкладке рукава. Тише. Я повторяю, что вам здесь надо. О! Боже! Пресвятая Дева Мария. Ой, какие великолепные бриллианты сыпятся из вашего рукава в картонку. Ой, Господи, как переливаются, как играют. Великолепно. Великолепно. Она. Об этой диадеме леди Венделер с рубиновыми звездами и изумрудами я слышал очень много слышал. Вот переплетенные полумесяцы. А вот и грушевидные подвески из цельного камня. Господи Боже. Они-то и придают особую ценность диадеме, не правда ли? Убирайтесь отсюда немедленно. Спокойно. Успокойтесь. Со мной здесь один пустячок, который, надеюсь, послужит мне рекомендацией. Какой пустячок? Он принадлежал раньше вашему брату.
посмотрите. Приятно отметить, что у нас драгоценности из одной коллекции. Прошу прощения. Пожалуйста. Прошу прощения. Я, кажется, старею. Мне явно не под силу даже мелкие происшествия вроде этого. Но разъясните мне хоть одно. Вы в самом деле священник? Или меня обманывают мои глаза? Я лицо духовного звания. Ну, знаете, теперь, пока я жив, не позволю при себе и слова сказать против вашего сословия. Вы мне льстите. Простите, простите меня, молодой человек. Простите, вы не трус, нет. Но надо еще проверить. Может быть, вы просто круглый дурак. Не откажите в любезности объясниться подробнее. Приходится предположить, что в ошеломляющей дерзости вашего поведения что-то кроется. Явно что-то кроется. И, признаюсь, мне любопытно узнать, что... Ну, все это очень просто. За моей дерзостью кроется моя великая житейская неопытность. Ага. Хотелось бы убедиться в этом. Ну что вы, узнав бриллиантовую диадему, я понял, что мы в одинаковых отношениях с обществом. Это внушает мне надежду, которую, смею думать, вы не назовете бессознательной, что вы сочтете возможным некоторым образом разделить со мной мои трудности и, конечно, барыши. Если так, конечно, конечно. При ваших специальных познаниях и, несомненно, большом опыте сбыть алмаз для вас не составляет особого труда, а для меня это дело непосильно. С другой стороны, я рассудил, что если распилю алмаз, то могу потерять почти столько же, сколько я потеряю с подобающей щедростью, расплатившись с вами за помощь. А? Да. Вопрос это деликатный. Да. Ой, простите, я, пожалуй... оказался недостаточно деликатным. Да, вы правы. Весьма недостаточно. Я прошу прощения, но прошу вас не забывать, что мне это положение вновь, что я совершенно не знаком с принятым в таких случаях этикетом. Ну, не хвалясь, скажу, что могу любого обвенчать, окрестить вполне пристойно. Однако каждый ограничен своими возможностями. А совершать такого рода сделки я вовсе не умею. Не хочу вам льстить. Не хочу, но, честное слово, у вас необыкновенные способности к преступной жизни. Да, вы гораздо талантливее, чем вам кажется. Гораздо. И хотя в различных частях света я повидал много мошенников, я еще не встречал ни одного, который стеснялся бы так мало, как вы. Поздравляю, мистер Олс, наконец-то вы нашли свое призвание. Нашли. Благодарю вас. Не за что. Благодарю вас, мистер Бендер. Не за что. Не за что. Что касается помощи... Я весь к вашим услугам. Мне надо пробыть в Эдинбурге один день. Я обещал брату уладить там кое-что. Покончив с этим, я поеду в Париж, где живу постоянно. Если хотите, можете ехать со мной. Я надеюсь, ну, не пройдет и месяца, как я приведу ваши дельцы к благополучному завершению. Я принимаю ваше предложение. Вот. Это играет молодой клерк шотландского банка Фрэнсис Скримджер. Он живет спокойно, исправно исполняет свои служебные обязанности и получает уже 200 фунтов в год с надеждой на дальнейшее повышение по службе и на жалование, вдвое превышающее эту сумму. Редкий молодой человек был так доволен всем, так трудолюбив и старателен, как Фрэнсис Скримджер. Каждый вечер, дочитав газету, он играет на флейте. Мистер Скримджер, вам письмо. Приказано отдать в собственные руки. Благодарю вас. Прошу безотлагательно посетить нашу адвокатскую контору по очень важному и секретному делу.
Мистер Фрэнсис, мистер Фрэнсис, проходите, проходите, садитесь. Благодарю вас, сэр. Приступаю к разъяснению вопроса. Некто человек, занимающий высокое положение, пожелал выдавать вам, мистер Фрэнсис, по 500 фунтов ежегодно. 500 фунтов? Мне? Да. Вам. То есть... Да. Этот щедрый жест сопровождается некоторыми условиями, в которых, по моему мнению, вы не найдете ничего трудного или недостойного для себя. А что же это за условия? Они меня очень беспокоят. Их два, только два. А сумма, напоминаю вам, 500 фунтов в год. Первое условие чрезвычайно простое. Вам надлежит быть в воскресенье в Париже. То есть, как? Да, в Париже. Там, в кассе французской оперы, вы получите билет, взятый на ваше имя и отложенный для вас. От вас требуется просидеть весь спектакль на месте, обозначенном в билете. Вот как? Другое условие более серьезное. Оно касается вашей женитьбы. О! Мой клиент, сердечно заботясь о вашем благополучии, желает оставить за собой решающее слово в выборе жены для вас. Вы понимаете? Да, простите, но давайте будем говорить яснее. Это значит, что я должен буду жениться на ком угодно, кого только не вздумает мне предложить это... Невидимая личность? Мне поручено заверить вас, что в основу выбора ваш благодетель намерен положить соответствие возраста и положения. О, ну а теперь остается проверить, не является ли все это просто каким-нибудь жульничеством. Случай необъяснимый. Я чуть не сказал невероятный. Я не знаю, но, кажется, догадываюсь. Это, на первый взгляд, необъяснимое дело затеял никто другой, как ваш отец. Мой отец? Да что вы, почтеннейший! Я знаю наперечет все, что у него на уме и в кошельке. Я говорю не о мистере Скринджере старшем, ибо он не отец вам. Что? Когда он и его жена прибыли в Эдинбург, вам было уж около года. На попечении подлинных родителей вы находились только 3 месяца. Боже! Тайну сохранили хорошо. Но дело обстоит именно так. Кто ваш отец? Неизвестно. Однако, повторяю, я убежден, что предложения, каковы в настоящее время я уполномочен вам передать, исходят от него. О, я потрясен столь неожиданным открытием и должен узнать все до конца. Я... Согласен.
Я едва дождался условленного часа, чтобы узнать от вас, милый Флоризель, окончание этой любопытнейшей истории. Я весь внимание. Я готов продолжать. Мое имя Фрэнсис Скримджер. О, месье, вот билет, который оставили для вас. Мерси. Его купили только что. В самом деле? А могу я спросить, каков был с виду джентльмен, купивший билет? Месье, его описать легко. Он стар, крепок и красив собой. У него седые волосы и рубец от сабельного удара поперек лица. Ах. Такого приметного человека трудно не узнать. Благодарю вас за любезность. Я хотел бы его увидеть. Месье, он не мог уйти далеко. Если вы поспешите, то еще догоните его. Да, вы очень любезны. Благодарю вас. И Фрэнсис стремительно бросился из театра на улицу и стал осматриваться по сторонам. С полчаса он бегал по улицам, но, наконец, понял нелепость своих затянувшихся поисков. Тогда он решил пройтись, чтобы унять волнение. И тут случай помог ему больше, чем все заранее обдуманные планы. На бульваре он увидел двух сидевших на скамейке мужчин, погруженных в беседу. Один был темноволос, молод и красив, но с явно клирикальным отпечатком во внешности, несмотря на мирское платье. Наружность другого во всех подробностях совпадала с описанием. Седые волосы и рубец от сабельного удара. Фрэнсис почувствовал, как сердце забилось у него в груди. Он понял, что вот-вот услышит голос своего отца. Обойдя кругом, он тихонько уселся позади собеседников, которые были слишком заняты своим разговором, чтобы глядеть по сторонам. Ваши подозрения, Роуз, начинают надоедать мне. Говорю вам, я стараюсь изо всех сил. Миллионы в один миг не раздобудешь. Разве я не забочусь о вас, совершенно незнакомом человеке, из чистого доброжелательства? Разве вы не живете главным образом на мои подачки? На ваши авансы, мистер Вендлер. Подачки? Авансы? Нет, подачки. Авансы? Ну, хорошо. Авансы, если вам так угодно. Из расчета, а не из доброжелательства, если вы предпочитаете. Я пришел не для того, чтобы подбирать выражения. Дело есть дело. А ваше дело, разрешите напомнить, дело темное, и нечего вам тут ломаться. Доверьтесь или оставьте меня в покое и ищите себе другого. Боже, они, кажется, оба отъявленные негодяи. Я начинаю разбираться в жизни. Начинаю. И понимаю, что у вас есть все основания обманывать меня. И никаких, чтобы действовать честно. И я тоже пришел не для того, чтобы подбирать выражения. Так вы сами хотите завладеть алмазом. Как вам не стыдно? Да, да. Как вам не стыдно? Да, и вы не посмеете этого отрицать. Разве вы уже не обыскали однажды мою комнату, пока меня не было? Мне понятны причины ваших проволочек. Вы просто выжидаете. Какая наглость! Вы ведь охотник за алмазами и надеетесь раньше или позже, правдой или неправдой, а прибрать его к рукам. Говорю вам, пора этому положить конец. Не доводите меня до крайности. Не то я обещаю вам неприятный сюрприз. Бросьте вы мне угрожать. Бросьте. За мной по части сюрпризов тоже ведь дело не станет. Мой брат сейчас в Париже. А ведь он, между прочим, хозяин алмаза. Полиция на стороже. Если вы будете и дальше надоедать мне своим нытьем, мистер Роллс, я сам устрою вам неприятность. Но уж это будет первое и последнее.
Понимаете? Как еще с вами разговаривать? Всему бывает конец. Приходит конец и моему терпению. Во вторник в 7. Ни днем, ни часом, ни секундой раньше. Хоть умрите. А если не хотите ждать, то по мне, мистер Роуз, проваливайте ко всем чертям. Фрэнсис не мог опомниться от изумления и ужаса. Чувства его были в полном смятении. Нежность, наполнявшая его сердце, когда он усаживался на этой скамейке, сменилась отвращением и полным отчаянием. Старый мистер Скримджер, человек куда более добрый и благопристойный, чем этот бешеный и опасный интриган. Однако он все-таки сохранил самообладание. Минуты не прошло, как Фрэнсис шел следом за Венделером. А тот, подгоняемый яростью, несся вперед быстрыми шагами и, занятый своими злобными мыслями, ни разу не оглянулся, пока не добрался до своих дверей. Его дом стоял на улице Лепик, в той части ее, которая взбирается на холм. Дом был двухэтажный, с зелеными ставнями и шторами. Все окна были плотно закрыты. Фрэнсис поглядел вокруг и заметил рядом высокий дом, примыкавший боковой стеной к саду Венделера. В стене под самой крышей было окошко. Он подошел к входной двери. Сдается комната без мебели. Эту комнату необходимо снять. Может быть, этот ужасный старик со шрамом и не приходится мне отцом. Но здесь какая-то волнующая тайна. И я не оставлю наблюдения, пока не доберусь до сути. Из окна своего нового жилища Фрэнсис мог видеть весь сад при доме с зелеными ставнями. Прямо под ним, в тени прекрасного раскидистого каштана, стояли два садовых столика. Сад походил на монастырский, дом на тюрьму. И только скромный завиток дыма над трубой указывал на присутствие живых людей. Весь день зеленые ставни были закрыты, а сад пуст. Только поздно вечером случилось нечто, отчасти вознаградившее Фрэнсиса за длительное ожидание. Что ты там так долго делаешь? Иди в дом. Иду, иду. Все это мало что объяснило Фрэнсису, но он, однако, успел заметить, что девушка отличалась необычайной привлекательностью. Это сильно улучшило его настроение. Я не знаю, окажется ли это прелестное существо моей сестрой или будет мне женой. Она бесспорно ангел во плоти. Ах, у кого узнать хоть что-нибудь? Месье Привратник. Да. Месье Привратник, не будете ли вы любезны сказать, кто живет в соседнем доме? Об этом мало что известно. Я знаю только, что наш сосед англичанин очень богатый. А еще говорят, он владеет огромными коллекциями. И для того, чтобы уберечь их, он и оборудовал дом стальными шторами и сложными замками, а садовую стену велел утыкать железными шипами. В доме, кроме него самого, живет только мадемуазель да старая служанка. Так. А мадемуазель приходится ему дочерью? Разумеется. Мадемуазель — дочь хозяина дома, и я удивляюсь, что ее заставляют так трудиться. При всем его богатстве на рынок она ходит сама.
и каждый день видишь, как она идет мимо с корзинкой в руке. Ах, вот как! А что у него за коллекции? Сэр, они огромной ценности. Так, так, так. Больше я ничего не могу вам сказать. Месье Привратник. Мистер Венделер с тех пор, как приехал, даже на порог не пускает никого из соседей. Месье Привратник, ну ведь вы-то, наверное, догадываетесь, что это за коллекции. Ей-ей, ну откуда мне знать? А может, у него там репа с морковью? Да, дом устроен словно крепость. Сами видите. Старуха однажды хвалилась, будто он привез с собой уйму алмазов. Да, и если это правда, то за этими ставнями есть на что посмотреть. В воскресенье, задолго до начала спектакля, Фрэнсис уже сидел в театре. Взятое для него кресло оказалось напротив одной из нижних лож. Кресло, наверное, выбрали с умыслом. Осталось только разгадать, с каким именно. Инстинктивно Фрэнсис решил, что ложа направо от него должна быть так или иначе тоже связана с событиями, в которых он играл неясную ему роль. Шел второй акт. В конце его дверь ложи отворилась, и двое зрителей вошли и уселись в темной ее глубине. Мистер Венделер с дочерью. После этого Фрэнсис почти не смотрел на сцену. Время от времени он только осмеливался бросать взгляд в направлении наиболее его интересовавшего. Там, как он понимал, решалась его жизнь, а он не мог вмешаться и принужден был беспомощно сидеть на месте и терзаться тревогой. Когда он, наконец, протиснулся к ложе, она была пуста. Что все это значит? Они приходили не ради зрелища? Во всем этом кроется какая-то тайна. На следующее утро он вышел с намерением подстеречь миссис Венделер на пути к рынку. И вот, наконец, она вышла на улицу. Одета просто, даже бедно. Но как она несет корзинку, словно украшение. Мисс Венделер, простите меня. Клянусь, я не хотел испугать вас. Да и можно ли пугаться человека, который так горячо желает вам добра? Поверьте мне, я обращаюсь к вам по необходимости и не могу поступить иначе. Нас многое связывает, но я брожу как в потемках. Мне бы следовало действовать, а у меня связаны руки. Я не знаю, что и думать, не знаю даже, кто мои друзья и кто враги. Я не знаю, кто вы. Ах, нет, мисс Венделер, вы знаете. Обо мне вам известно больше, чем мне самому. Именно о себе я жду от вас разъяснений. Расскажите, кто я и кто вы? И почему переплелись наши судьбы? Хоть немного помогите мне разобраться, мисс Венделер. Ну, скажите мне одно слово, чтобы направить меня. Ну,
Назовите хоть имя моего отца, и я удовлетворюсь этим и буду благодарен вам. Зачем мне пытаться обманывать вас? Я знаю, кто вы, но не смею сказать. Если мне нельзя знать правды, я подчиняюсь. Это жестоко, но я могу выдержать и больше, если понадобится. Только не заставляйте меня мучиться мыслью, что я сделал вас своим врагом. Ваш поступок вполне понятен. Вы ни в чем не виноваты передо мной. Прощайте. Прощайте? Неужели навсегда? Я и сама не знаю. Если хотите, до свидания. До свидания. Месье Фрэнсис, посмотрите. Прекрасные лошади, не правда ли, а? Да, да. И какая нарядная ливрея. Владелец всего этого – брат мистера Венделера. Он генерал, и у вас на родине человек известный. Вам, вероятно, доводилось слышать о нем. Я никогда не слышал о генерале Венделере. Ну, это тот самый генерал, у которого пропал индийский алмаз. Ах, вот. Ну, об этом-то вы наверняка читали в газетах. Да, 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 конечно. Конечно, читал. Пардон, я очень тороплюсь. Фрэнсис помчался наверх и бросился к окну. Возле каштана, под самым просветом в листве, сидели и разговаривали, покуривая сигары, два джентльмена. Занятые разговором, они наклонились друг к другу через стол и говорили так тихо, что Фрэнсису редко удавалось поймать несколько слов кряду. По этим обрывкам он убедился, однако, что речь шла о нем самом и о его будущем. Фрэнсис Венделер. Фрэнсис Венделер, говорю я тебе. Неужели это они меня называют Фрэнсисом Венделером? Я и слышать не хочу. Мне противно самое ее имя. Не волнуйся. Может быть, спор идет об имени, под которым я должен венчаться? Но я настаиваю, Фрэнсис Венделер. Я считаю, что мы договорились. Да, вполне. Сообщи мне о дальнейшем. Конечно, конечно. Наступил вторник. Близился час обеда, и в саду позади дома с зелеными ставнями шли великие приготовления. Из своего окна Фрэнсис мог разглядеть белую скатерть и столовое серебро. О, мистер Роуз! Вторник, 7 часов, как условились. Вы необычайно аккуратны. Рад вас видеть. Познакомьтесь, моя дочь. Роллс, священнослужитель. Очень приятно. Садитесь, мистер Роллс, пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю вас. Пожалуйста. Разрешите налить вам бокал этого великолепного вермута. Спасибо, с удовольствием. Прошу вас. Опять ваш этот здоровье. Человек! Он не случайно появился здесь. Хорошо или плохо ли для меня обернется дело? Во всяком случае, сегодня я узнаю что-нибудь любопытное и, может быть, доберусь до разгадки тайны. А вот и кофе. Нет, нет, кофе – это уже мое дело. Затем Фрэнсис увидел своего предполагаемого отца у подсобного столика в свете зажженных свечей. Не успеем мы выпить кофе, как появится наш ростовщик. Мистер Венделер нацедил 2 чашки коричневого напитка,
а затем ловким движением фокусника вылил в меньшую чашку содержимое крохотного флакончика. Что он делает? Ну вот, мистер Роллс, ваша чашка. Кофе получился прекрасный. Да, действительно, превосходный кофе. Невозможно описать смятение и ужас Фрэнсиса. У него на глазах совершалась нечистая игра. Он понимал, что должен вмешаться, и не знал, как это сделать. А вдруг это просто шутка? Хорош, я буду тогда со своим вмешательством. А если дело серьезно, то ведь преступник, возможно, мой родной отец. И не придется ли мне тогда каяться, что я не предостерег его от гибели? Что ты сделал? Он умер! Тише! Ничего с ним не сделала. Сбери его за ноги, а я потащу за плечи. Быстро! Ну, быстрее. Боже! Боже, что теперь будет? Ты слышала, что я сказал, или ты хочешь поссориться со мной? Ну, бери его за ноги, быстрее. Я не могу. Бери, я говорю. Мне нужно внести его в дом. Будь я помоложе, я бы сам справился с кем угодно. Но пережитые годы сказываются, я ослабел. И мне без твоей помощи не обойтись. Это преступление. Перестань плакать, делай то, что я велю. Я твой отец. Фрэнсис увидел, как отец и дочь, пошатываясь, пронесли по дорожке бесчувственное тело мистера Роллза и скрылись с ним в дверях веранды. Молодой священник был бледен, бессильно повис у них на руках, голова его качалась при каждом шаге. Жив он или мертв? Ох, теперь обитателям этого дома грозят великие бедствия. Они на краю гибели. Нет, я должен помочь им. Фрэнсис неожиданно почувствовал, что сожаление к девушке и старику вытеснили в его душе ужас перед происшедшим. Прилив великодушия затопил его сердце. Он распахнул ставни, зажмурился и, широко раскинув руки, бросился вниз в листву каштанов. Что это? Кто это в саду? Кто это? Фрэнсис в три прыжка покрыл расстояние, отделявшее его от дома, и встал в дверях веранды. Мистер Венделер стоял, склонившись над телом Роллза. При появлении Фрэнсиса старик выпрямился и сделал быстрое движение рукой. Оно заняло не более секунды. Все произошло в один миг, и молодой человек не мог бы утверждать с уверенностью, но ему показалось, будто старик вынул из внутреннего кармана священника какой-то предмет, глянул на него и тотчас поспешно передал дочери. Отец, позвольте мне помочь вам. Все, что вы захотите, я сделаю, ни о чем не спрашивая. Я готов служить вам, отдать вам свою жизнь. Обходитесь со мной как с сыном, и вы встретите сыновнюю преданность. Сын. Отец и сын. Да. Какого черта? Что это за дурацкая комедия? Как вы попали ко мне в сад? То есть... Что вам надо? Кто вы такой, скажите на милость? Простите, простите, мистер Венделер. Узнаю. Это вы? Скримджер. Совершенно верно. Отлично, мистер Скримджер. Я в нескольких словах растолкую вам ваше дело. Вы проникли в мое жилище силой или обманом, но уж во всяком случае без моего приглашения. О, я не думал. Простите. Вы попали не ко времени. Когда моему гостю вдруг стало дурно за столом, вы кидаетесь ко мне со своими излияниями. Я вам не отец. Вы, если хотите знать, сын моего брата. Вы мне безразличны, даже неприятны. А ваше поведение убеждает меня в том, что ваши умственные способности вполне соответствуют вашей внешности. Советую вам на досуге обдумать эти огорчительные для вас факты. А пока покорнейше прошу вас избавить нас от вашего присутствия. Не будь я так занят, я бы задал вам хорошую трепку на дорогу. Я даже не знаю, как выйти из сада. Отец, ты говоришь о запальчивости. Мистер Скримджер, может быть, поступил опрометчиво, но из самых добрых побуждений. Спасибо тебе, спасибо. Ты мне напомнила обо всем остальном. Потому что я по долгу чести хочу сообщить мистеру Скримджеру. Мой брат по глупости назначил вам пособие. По глупости и наглости он вознамерился женить вас на этой молодой особе. Позавчера вас ей
показали. Я рад довести до вашего сведения, что она с отвращением отвергла эту затею. Позвольте добавить, что я имею большое влияние на вашего отца и поставлю себя в заслугу, если к концу недели у вас отберут пособие и отошлют вас обратно заниматься и дальше вашим бумагом-маранием. Мистер Скримджер, пусть резкие слова моего отца не расстраивают вас. Вы не внушаете мне никакого отвращения. Наоборот, я просила представить мне возможность узнать вас поближе. А то, что произошло сегодня, поверьте, заставляет меня проникнуться к вам жалостью и уважением. О, мистер Роллс начинает приходить в себя. Вот и хорошо. А с вами пора кончать, хватит. И раз вы уж так очарованы поведением этого подкидыша, мисс Фенделер, возьмите свечу и проводите его. Идемте. Идемте, мистер Скримджер. Я сказала то, что думала, и вы это заслужили. Мне больно, что с вами обошлись так несправедливо. Еще одно слово. Ведь мы прощаемся не навсегда. Я еще увижу вас, не правда ли? Увы. Вы слышали, что сказал отец? Как я могу не подчиниться ему? Скажите хотя бы, что все это происходит без вашего согласия. Скажите, что вы не хотите проститься со мной навсегда. Конечно, нет. Вы, по-моему, человек смелый и честный. Тогда подарите мне что-нибудь на память. Подарить? Если вы получите мой подарок, обещаете ли вы сделать точь-в-точь, как я велю? И вы спрашиваете. Я охотно сделаю все по одному вашему слову. Так тому и быть. Вы не знаете, о чем просите, но пусть так. Что бы вы ни услышали, что бы ни случилось, не возвращайтесь к этому дому. Вот. Возьмите. И бегите изо всех сил, пока не достигнете освещенных и многолюдных улиц. Но и там будьте начеку. Вы не представляете, какой себе опасности подвергаете. Обещайте мне, что не взглянете на мой подарок, пока не окажетесь в безопасном месте. Обещаю. Бегите же. Бегите, скорее. Ну вот, кажется, я вне опасности. Здесь можно будет спокойно выпить чашечку кофе. В зале сидели только 2-3 посетителя. Фрэнсис так был погружен в свои мысли, что не обратил на них никакого внимания. Он вынул из кармана платок с завернутым в него предметом. В платке оказался софьяновый футляр с застежкой и золоченым узором. Увидев алмаз невероятной величины и блеска, Фрэнсис замер без движения, без единой сознательной мысли, внезапно потеряв рассудок. Я сидел неподалеку и видел все это собственными глазами. И тут мне стало ясно, что сейчас мне необходимо вмешаться. Я подошел к Фрэнсису и положил руку на его плечо. Закройте футляр. Закройте футляр и постарайтесь казаться спокойным. О, я поражен. Я никогда... Закройте футляр и не спеша положите его обратно в карман, где, я убежден, ему вовсе не место. Пожалуйста, постарайтесь успокоиться и держитесь так, будто я ваш старый знакомый,
которого вы случайно встретили. Вот-вот-вот, так лучше, да. Боюсь, сэр, что вы человек неискушенный. Ради бога, скажите, кто вы и что все это значит? Я, правда, не знаю, почему мне нужно слушаться ваших неожиданных советов, но, честно говоря, со мной за этот вечер случилось столько несуразных приключений, и все, с кем я не встречался, вели себя так странно, что мне кажется, будто я сошел с ума или залетел на другую планету. Скажите, почему вы обращаетесь ко мне с такими необычными речами? Все в свое время. Прежде всего, нам необходимо отсюда уйти. Нас не должен слышать никто. Знаете что, Фрэнсис? Свернем в этот тихий переулок. Хорошо. Но не можете ли вы мне объяснить? Простите мне спрашивать первому. Так, расскажите же, как к вам попал алмаз Раджи? Алмаз Раджи? На вашем месте я не стал бы говорить так громко, но у вас в кармане именно алмаз Раджи. Я десятки раз видел его в коллекции сэра Томаса Венделера и даже держал в руках. Сэр Томас Венделер? Генерал? Да. Мой отец? Ваш отец? Я не знал, что у генерала есть дети. Как раз я его сын. Да? Однако заметно, что ваши приключения отнюдь не были мирными. Воротник у вас оторван, лицо исцарапано. Надеюсь, вы простите мое любопытство, если я попрошу вас рассказать, откуда взялись эти повреждения и откуда у вас в кармане краденная вещь такой огромной ценности. Вы не правы. Нет у меня никаких краденных вещей. А если вы имеете в виду алмаз, его полчаса назад мне подарила мисс Венделер на улице Лепик. Вот как? Вот как. Все это гораздо интереснее, чем вы думаете, молодой человек. Теперь я все понял. Я видел, как мистер Венделер вынул какой-то предмет из внутреннего кармана своего потерявшего сознание гостя. Теперь я понял, что это и был софьяновый футляр. Вот оно что. Ой, я не знаю, кто вы, но думаю, что вы достойны доверия и можете мне помочь. Я совершенно запутался. Мне нужен совет, нужна поддержка. И раз вы сами хотите, я расскажу вам все. И Фрэнсис коротко пересказал мне свои приключения, которые вам уже известны. Ваша история, Фрэнсис, поистине замечательна. Но ваше положение очень затруднительно и опасно. Многие посоветовали бы вам разыскать вашего отца и отдать алмаз ему, но я думаю иначе. Свернем на мост. А теперь дайте мне алмаз. Вот он. Пожалуйста. Ведь вы достойны доверия. Вы правы. Но я вовсе не хочу любоваться им. Не дай бог глядеть на него долго, чего доброго и самому можно сразиться алчностью. О, в нем заключено огромное искушение. А что с ним происходило в былые времена? На какие преступления и предательства он толкал людей в минувшем? Нельзя себе представить без содрогания. Годы и годы служил он силам преисподней. И вот этой ночью его власти наступит конец. Что вы сделали? Теперь он больше никому не принесет вреда. Его место там, там. На дне сены! Так, мистер Флоризелли, завершилась эта история? Да, мистер Стивенсон, для меня наилучшим образом. Правда, мне пришлось отказаться от своей карьеры, покинуть великосветское общество и заняться продажей табака. Но я никогда об этом не сожалел. А братья Венделеры прослышали о том, что случилось с алмазом, и большие водолазные работы, которые они затеяли на реке Сене, ведутся до сих пор. Да. Правда, по неверному расчету, братья принялись не за тот рукав реки.
Время от времени я захаживаю в табачную лавку Флоризеля поболтать и покурить. И каждый раз убеждаюсь, что его табаки самые великолепные, а истории самые увлекательные.